Так. О, ГАЭС, а надо же, в переулке встал, а? Блин, капец, что делать, а? Эй, я же права не взял. Ладно. Так, здравия желаю, сержант Жуматов. Здрасте. Так, где водитель? Я не знаю. Ты в смысле не знаешь? Ну, ты же подъехал сюда. Ну, подъехал он этот и... Это, ушел он? Что ты мне рассказываешь? Я такой же в фуражке бородатый сидел здесь, я же видел. Да нет, офигеть! Что ты там увидел, а? А где второй? Какой второй? Ну, в кепке бородатый который. Водитель, что ли? Ну, да. Ну, я же тебе говорю, у меня этот пошел куда-то, я не знаю. Вы что, меня разводите, а? Нет, ты что? А что, можно развести? Нет, такое нарушение не разводится. А тогда не знаю, где водители. И все, короче, на штрафстоянку. Где здесь сиденье отодвигается? Я не знаю, не скажу я. Ты говори, где сидушка отодвигается. Да там, наверное, где-то внизу там. Что-то я не вижу. Что, зеркальная болезнь? Я сейчас пойду эвакуатор вызову, блин. Ага. Тоже у меня сейчас. Ты куда поехал, Стоять. Капец ты сильный, а. Так, ключи давай. Ключи, говорю, давай. Ну что, давай, значит, протокол сейчас по-быстренькому да составим. Да не, зачем протокол, а? Просто реально права дома забыл, а? Как ты мог забыть права? Да блин, вчера сын родился же, у меня сын родился, а сегодня утром в суматохе выбежал, и капец, блин. Вот что ты сразу не мог правду сказать, а? Я что, не человек, что ли? По-человечески разве не понял бы, а? Тоже, блин, устроил здесь переодевание, пересаживание вот эти вот. А, что там, блин? Что, поздравляю с сыном тебя спасибо, тогда. Спасибо, спасибо. Понимаю все. Ну, спасибо. Сколько весу, пацана? 2 килограмма. 2 килограмма? Ну. Не, ну 2 килограмма это маловато будет, несерьезно как-то. Ну ага, блин, сколько есть. Ты вчера такая же ситуация была, мужика я остановил, у него тоже сын родился, так у него 5 килограмм было он. Не, 5 килограмм что-то многое. Ну а сколько можешь? Ну блин, хотя бы там классический вес, стандартный, там 3 килограмма. Классический стандартный вес 3600 же. Да капец ты акушер, а. Ладно, давай 3600. Молодец, Русики, молодец. О, прямо в тему песни. Гаишники бывают разные, городские, областные. На Русика заморочиться.